В центре досуга и кино «Октябрь» города Шадринска 19 апреля состоится концерт сразу двух групп – «Финист» и «Квас». Любителям рок-музыки, альтернативы и металла однозначно нужно увидеть и услышать эти творческие коллективы, ведь музыка – это то, чем они живут с самого детства. Константин, Владислав, Антон и Сергей составили из своих имен аббревиатуру и получили название группы – «Квас». Гитарист Константин Пустовалов преподает классическую гитару в музыкальной школе. Там же преподает баян Антон Олешков, бас-гитарист группы. Братья Владислав и Сергей Райхерт учились музыке самостоятельно. Владислав с детского сада занимается вокалом, а Сергей с 13 лет играет на ударных. Допустим, Серега, он больше профессионал на барабанах, чем я на бас-гитаре. Потому что я бас-гитару взял вот как раз таки в октябре или в ноябре. Я как таковой не электрогитарист. То есть нам это помогает в подборе. Профессионал это когда вот если бы, да, конечно, если так случится, вот когда мы уже так станем такими известными и знаменитыми и будем зарабатывать деньги, тогда мы будем профессионалом. А мы сейчас просто все просто занимаемся как тем, чем нравится. Хобби. Да, досугом. Собравшись во время пандемии, шадринская кавер-группа путем усердных репетиций за небольшой срок подготовила сет-лист, с которыми они и дебютируют 19 апреля. В репертуаре у нас Кузьмин, Бабкин, Noise MC. Noise MC, да. Король и шут, Нейр Смайл. Мы не в нату, ноту играем удар в удар. Мы кавер-команда, играем по-своему все равно. Но мы не все равно не импровизируем. Ну, допускаем, может, какие-то вольности, но все равно придерживаемся партии. То есть, если можем приукрасить, мы приукрасим. А переделать кардинально не стоит. Что именно нам приготовили ребята, увидим в зале ЦДК «Октябрь». Напоминаем, что в связи с противоэпидемиологическими ограничениями количество билетов ограничено. 19 апреля в ЦДК «Октябрь» в 18:00 состоится наш совместный концерт с группой «Финист». Будет жарко. Будет громко.